Мой дед сражался в гражданской войне. Перед моим отъездом он рассказал мне, чего стоит остаться в живых. Но к тому, что я увидел, меня ничто не могло подготовить. Новые военные машины, те же танки, могли в одночасье поменять исход битвы. К счастью, они в основном... Господи, Бэс, ну не надо, не надо! Что это? Что? Сэр, ей нужны новые свечи. Посмотри, посмотри, где другие деревни. Ты видишь, сынок? Ты деревни видишь? Да, вижу. А как там наши танки? Наши танки ты видишь? Эдвардс. Да. Но они уже не наши. Видимо, то, что нужно Бесс, как раз в той деревне. Ладно. Пошли, Эдвардс. Пошли. Удачи. Пойди сюда. Танк уже не поедет, а он к утру умрет. Нам крышка. И что, ты хочешь задание бросить, да? Ты не понял? Финч, Причард, мы все изначально просто мясо. Ну, раз ты так хочешь, Макманус, иди. Ты со мной так не говори, понял? Не на стольких заданиях было тебе не снилось, мальчик. Ну и вали тогда. Вот тебе и прорвемся вместе. Давай, ищи запчасти. Танк должен ехать. И не умри.